Привет, друзья! С вами канал «Жизнь прекрасна». Во время путешествия по дороге жизни мы нашли одно очень интересное место, которое нам понравилось. И не рассказать как. Смотрите! В поселке Ладожское озеро у Осиновецкого маяка располагается база отдыха «Мир маяков». Место сказочное, на берегу Ладоги. Но сначала мы увидели вот это. Действие мне показалось настоящим волшебством. Наравне с птицами витает, кружится и летает человек. Несколько минут стояли и любовались зрелищем. И все это время одна единственная мысль – «Я тоже так хочу». Но эта мечта, скорее всего, никогда не решусь. Затем огляделись по сторонам. Это так называемая набережная базы. Оборудована скамеечками, с которых можно любоваться закатом. Говорят, красиво. На берегу видели несколько рыбаков, но это же Ладога. Кто здесь живет, через одного рыбаки. Набережную можно использовать для прогулок и пробежек. Здесь такой ароматный и вкусный воздух. Вот это белое сооружение – банкетный зал. Его можно арендовать для проведения торжественного мероприятия. С набережной есть проход к коттеджам и гостинице. Каждый коттедж рассчитан на 8 человек. Перед ним небольшая площадка со столом, скамеечками и мангалом. Довольно оригинальным, первый раз такой вижу. Площадка и дорожка освещаются небольшими фонариками. Рядом еще несколько коттеджей и гостиница с комфортабельными двухместными номерами. И рядом с ними мангалы и лавочки. Я сразу представила, поймала рыбку и на коктейль, на угли. Территория базы не маленькая. Есть где и погулять, и уединиться. Настроение ведь бывает разное. Спросили о цене. В гостинице двухместный номер обычный. Стоит 3000 рублей в сутки. VIP номер 4. Как я поняла, питание в эту стоимость не входит. В каждом коттедже есть своя сауна. Из техники в номерах телевизор, холодильник и электрочайник. Есть парковка для машин, а также пристань для лодок. Небольшая шашлычная. Оттуда доносился такой аромат. Оформление территории, чистоте я бы поставила 5. Проживающим на базе и просто приехавшим отдохнуть, питаться можно в кафе. Говорят, недорого. Говорят, вкусно. Особенно хвалили сбитни. Но это с чужих слов. Сами не попробовали, торопились. Но больше всего понравился пляж. Территория закрытая, оборудованная, с золотым песочком. В тот день, когда в Питере лето, можно прекрасно позагорать. А уж дышать свежим балтийским воздухом разрешается круглый год. Как я поняла, база работает все 4 сезона. Взяли мы это место себе на заметочку. Постараемся на будущий год приехать сюда. Лишь бы коронавирус ушел.